Это у нас волкособ. Мы его назвали Вольк. Вольк был спасен из Орехова. Три дня ему было, шли по трассе, была дождь, ужасная погода, и он выбежал, получается, на дорогу чуть не сбили, остановились, оказывается, вот, ну, там, Масюнька, просто как кошка, ну, только выше на лапах, ну, оставить умрет, забрали, каждых 4 часа кормили. То есть, когда ты видишь, это проходит у тебя на глазах, на руках, ты пропускаешь это через себя и пройти мимо уже не можешь. Да? Особенно, когда тебе уже прислали видео, фото, вот они, пожалуйста, помогите. Находится где-то свыше какой-то ресурс, вот, и вот он, наверное, так и помогает. Как бы тяжело ни было сегодняшний день. Да, их, ну, их больше, чем сотни в день. Это, ну, это было нон-стопом 24 на 7. Здесь на территории люди просто в спальных мешках лежали, спали под деревьями, машины приезжали, вот просто выгружали, загружались, уезжали. Вот так это вообще тогда было. Поэтому, ну, это невозможно посчитать, но это огромное количество. Если мы находим достойную семью, у которых есть условия, мы понимаем, что люди там не на мясо, не на цепь, там ту же собаку ставят, да, мы подписываем договор о передаче животного, то есть согласно всем нашим правилам по захисту тварин, мы подписываем договор, мы передаем животное здоровое, стерилизованное со всеми обработками, прививками, еще чуть-чуть приданного даем с собой на первое время, там либо в виде корма, либо обработок. И только при таких условиях мы отдаем, и обязательно мы прописываем. Если вдруг у человека что-то не получилось, мало ли какие жизненные обстоятельства, тем более сейчас у нас все нестандартно, мы не отказываемся. Мы не отказываемся от своих животных, мы готовы их забрать назад, если вдруг, ну, чтобы их только не выкинули назад, ну, как бы на улицу. Все эти поездки хорошо продумываются по логистике, по безопасности, насколько это возможно, обстановка какая там на месте как бы происходит, то есть путь, дорога выбирается, погодные условия, очень много нюансов. А в целом собираешь и как бы двигаешься. А то, что риск есть, ну, однозначно, и там он огромный. Сегодня было не исключение. Сегодня был очередной обстрел непосредственно Янгульца. На глазах прилетели эти кассеты, и мы отходили, и снова. Но это там, это как бы все время.